Городу с камеры ходить вообще отлично. Знакомых не встретишь. Да, Макдональдс точно проезжали. Часы помнишь? Нет, я помню Макдональдс. Сейчас он не виден за деревьями. Город не привык к людям с селфи-палкой. Что? Я говорю, что, крупный город не привык? Да. Аккуратно. Фонтанчик. Походу, нам в подземку. Подземку. ЖД-вокзал. Зачем нам на ЖД-вокзал? Мы на ЖД-вокзал идем. Площадь Соборная. ЖД вокзал туда. Ты смотри на стрелочку. Универмаг. Красный? Пошли, наверное. Сбербанк. Ага. Хорошо. Тоже вот.
Опять Бургер Кинг. Голодными не останется. Ну не знаю, после нашей шашлычки. Ты прячешься за камерой или ты что-то снимаешь? А, она снимает, но экранчик потух, поэтому я смотрю по сторонам. Subway. Это просто вот так чуть-чуть. Ну так я ж смотрю что-то, да. Да, мы здесь катались вчера. Да? Эко-лаз. Только мы, по-моему, в ту сторону ехали. Или в другую. Я просто помню, что ЦУМ у нас был по другую руку. Если ты клацаешь, там все это... Ну, ничего страшного, иначе... А зачем? Да видеть. Ты же так радио сторону видеть. Уже снимай. Середина дня. Нет, я имею в виду сейчас вообще. Так, нам куда? Сразу вниз. Пошли. Это как в Москве, в метро. Нет, это подземные переходы. Ходи. Ходи, подходи. Сейчас, пошли. Или делать не хуже картинку в картинке? Нет, картинка в картинке. Тут много картинки сжирают. Такая якорь, ну, шикарная улица. Ага, там вот якорь. Спускаемся вниз к набережной. Вон речная, порт улица береговая. Макдак вот. Через 700 метров. Все нашли. Да-да. Элементарный факт. Сейчас посмотрим на Дон поближе, покатаемся. Трамвайчик идет до Зеленого острова. Ну как трамвайчик, теплоходик, это у нас там в Орле были речные трамвайчики. А сейчас вообще какие-то каракатицы оставили. Вот эти вот маленькие, непонятные. Ну в Орле сейчас же эти большие трамвайчики не ходят. Ну да. Ой, ой, ну как там классно. Порт. Да. Теперь задумаешься, то ли на юг ехать отдыхать, то ли в Ростов еще раз. А лучше и туда, и туда. Это такой четверной на месяц. Ну, можно заехать вначале в Ростов, потом съездить. Ну, любой южный город, ну, нам через Ростов. Ну да, остановиться на пару дней. Тем более у нас теперь есть тут знакомые. Да, единственное, что Порт. Дороги как-то не очень, да, это Тихий Дон. Это супермаркет. Ага. И ресторан, тут все. А нам ресторан по вот этой штучке, да? Ну, ты, если ты видишь, еще дорогу брать тоже. Ну, там как-то все вниз идут на набережную. Ну, они вниз захотели, потому что они идут на пляж. Ну, не на пляж, на набережную. А мы сейчас сверху посмотрим. Классно, классно. Да, вот он, этот домик строящийся, мы проезжали. Да. Возле него. Вон он, мостик. А. Который мы проезжали. А вот это вот солнечная палуба, типа. Вот. Мы вот это приняли за пароход. Не, ну там и стоял. Вон он.
Ага, мы, наверное, не успеем. Ничего себе лайнер. Даже не знаю, виден, нет. Солнечная палуба. Спортивная питомная. Ну да, с такими горками только спортом и заниматься. Да, пару дней, конечно, мало. Очень мало. Все, пойдем к теплоходику. Вот. Ну сейчас там будет. Очень радует, что нас встретил Ростов хорошей погоды. Распогодилось, жара стоит. Небо. Что у нас тут Ташкент. Да, жара стоит вообще. В футболке жарко. А теперь почему я наверх тебя привел? Он только отплыл, да, наверное? Да. Шикарно. Мы как-то... Обалдеть, честно, вообще. Я еще раз больше задумываюсь, куда я хочу следующим летом. Здравствуй, дом. Надеюсь, это дом. Вот это рыбка ловит. Вот на таком кораблике. На таком, наверное, да? Иван Бунин.